Я его откидываю, когда подходит, я начинаю, смотри. Да блин! Да ты же не должен был, как ты в такую щелку пролезло? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Dark Dragon, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем добрейший вечерок, ребят. Сегодня у нас карта FNAF 8, будем играть рубрику «Аниматроники пугают охранника». И сегодня будем строить бабушкины калитки, как вы любите. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, давайте покажите, как надо играть за аниматроников, а мы будем Серега выживать. Серега сегодня покажет, как надо строить бабушкины калитки. Это, надеюсь, как она называется? Бабушкины... Резинка бабушкиных трусов. Ставьте лайк, лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А разве так должно работать? Ой, трусы. Бабкины трусы. Бабкины. Резинки, что ли? О, я вижу, как они идут к нам. У нас же камеры включены. Так, смотрим. Ой, я чуть не то сделал. Двери так прикольно открываются. Раньше, мне кажется, был другой звук, да, Серега? А ну еще раз. Да, был немного другой. Изменили карту, добавили очень много освещения. Теперь вся карта, получается, мигает в этих лампочках. Так, что-то никого я не наблюдаю из аниматроников. Серега, они же в вентиляции. О, нет. Да-да-да-да-да. Не, никого не вижу. И здесь никого я не вижу. Я перед камерой сижу. А, значит, они сейчас зайдут. Так, никого не... Давайте откроем двери. Ой, я вижу Серёга делать что-то. Вон он какахает. Есть? Да. О, я вижу, смотрит. А, Серега, он ползет, закрывает трусы эти, калитки бабушкины. А ну, быстрее. Серега, давай, ускоритель, лупаш. Ну, ну что, они не сработали? По башке ему давай. Так, никого не наблюдаю. Что это вообще происходит? Аню, нажми. Ого. Эй, так... А чё это за калитка убийца? А ну, если рядом стану. Аню, нажми. Ого, ну дамажит. Не-не-не. Серега, ой. Ой, ой, ой. Ой, бабушкины. Все, Серега, прощай, к нам пришел аниматроник. Я текаю, Дима. Я тоже. Эй, хлопцы, дайте выжить. Вот ты, блин, не дали убежать. Дима, я живой. Мертвый, нет, все, Серега, все. Все, уходи. Чили-бынькс. Отвернемся от вас, мы поспим. Серега, надо было ускоритель ставить не на бок, а вот сюда вот, чтобы вверх-вниз, типа, вперед-назад тяга была. Тогда сработает. Ну, блин, калашматки. Давай я покажу, давай я ускорители поставлю. Поставь веревки, просто вверху чисто. Делайте опять калитки бабушкины. А я сейчас все сделаю. Так, у нас есть что? Толкатели. Вот, даун, не даун. Пламя. Толкатели. А ну-ка, Сережка. О, сейчас получится, смотри. А, она заморожена, разморозь. А чё резинки не такие, как-то не так работает? А, резинки надо, Серега, жесткие делать. Сейчас мы, ребята, построим. Должны, короче, быть жесткие, то есть не гибкие веревки. Так, два я сделаю. Веревка. Предел силы. Вот, жесткость. Это лебедка, это лебедка. А надо веревку. Удаляй свои веревки и поставь просто этот кубик. Я сейчас покажу, как надо. Так, давайте мы сделаем длину очень маленькую. Надо длину запилить. Наверное, вот так вот. Смотри, размораживай. Ой. Ой. Привет. Слышь ты, он сожрал нашу калитку бабушкину. Да ты задрал! Да ну блин, Серега! А, он читер. Ребята, мы сейчас все построим. Мы построим, мы сможем. Так, все, я тут. Давай, ставь опять тут кубик. Сейчас мы сделаем по красоте все. С двух сторон, кстати, будет веревка. Предел силы очень большой. Давай. Давай пока закрою дверь, задрали приходить. Фух, я вовремя закрыл. Услышите меня? Нет. Так. Ты опять лезешь? Не, услышите звуки? Нет, 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 не слышу. Все, Дима, я поставил. Давай я с другой стороны так. Сейчас еще поставлю. Чпоньк. 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 Толкатель. О, мой собрат пришел. Фум. Разморозим. О, а что получается не так?
Ну вот лебедка, лучше лебедкой делать. Не, если надо большую длину, надо еще меньше. Сейчас. Так, веревка. Ладно, я вам дам шанс, подожду чуть-чуть. Давай, сейчас мы сделаем вот так, 4 сделаем. А ну, Серега, сейчас я покажу, как надо. Так. Давай. Веревка. И чё? Слышь ты, какашка, а ну чё нет. Тебе надо у меня дома? Привет. Так, толкатель. Сейчас я тебе вытолкнаю. Блин, у меня только ноги видны. О, Серега, получилось! О! Ура, бабушкина калитка одна есть. Мне это нравится. Так, включить, выключить. Активация при получении урона. Не надо нам. Так, с этой стороны веревка. Все, ребята, мы теперь вспомнили, как строить бабушкины калитейшины. Давайте побольше веревок. Надо поширенее их делать. Толкатели. Вот так вот, разморозочка. Ну-ка. Все, Серега, получилось. О, вот это теперь мы их будем вытаскивать. Что, получается две калитки теперь одновременно? Да. Ну че, давай, иди через вентиляцию, мы сейчас тебя замочим. Мы не таких Эй! О, я знаю этого челепиздрика. Че тебе надо у меня... Я лучше возле... не буду стоять возле окна. Он может замочить. Серега, ну что ты? Так, подожди, я слышу. Я слышу, по вентиляции кто-то лезет. Нет, никто не лез еще. Не? Нет, Дим, это уже у тебя это... Галлюцинации. Шизофрения. Я слишком жирный, что не могу пролезть через вентилятор. Эй, так ты худой, зачем ты много детей съел? Иди бегай. Серьезно, не могу пролезть. О, я теперь могу отогнуть калитку и загляну, да, туда? Да. А, не могу. О, могу. Прыжком могу? А если вот так... Ого, дамаж, ты дурная, что ли? Бешеная калитка. Шо, нам не 5 хп снес, Вадим. Ну, вообще, он шотать может. Так. Слышь, нет. Я возле не буду стоять возле двери. Я знаю, что он может... А что это с ней? Смотри. Это козырек такой, чтобы... О! Если с контролом идти, ты прям заходишь. Иди с контролом и увидишь, что будет. Я залезть не могу, я жирный. А давай тебе помогу. Я не хотел, но блин. Я думал, тебе построча дам, и ты сможешь пройти. Че, у нас энергия бесконечная, мы можем долго здесь тусоваться. Дима, ты знаешь, это по звуку стоит? Да. О, это Лефти. Нет, это кто-то с Игнайт, это аниматрон. Это Фредди. Игнайт от Фредди. Да уйдите вы отсюда, чего вы стоите? Я не попрошу сейчас. Как у вас... Дима, за чё? Да я проверил, что видишь, не зашли они. Опа, они еще... Чё, блин, это Фредди на весь экран у меня с автомата. А ну давай проверим, что там, у нас кто-то идет? Ого! Вот это я себя прописал и отлетел в другую сторону. Ого, нифига себе, бабушкина калитка. На, внучок, держи лепёшку. Дима, что ты делаешь с калиткой? Серега, будь аккуратна, ты видишь, что творится? Дима, пока что аниматроники нас всего один раз убили, и больше всего ты нас убил. Я больше этого делать не буду, все будет четко. А, слышишь? Слышу. Не, он через вентиляцию залезть не может. Нет. Не, он залез. Да блин, ты же должен... А че я фонариком не увидел его тень? Все, выходи. Да. Давай, чтобы больше тебя не видели, и дай ему построч... Отлично. Монтировкой по заднице такое себе удовольствие. Да, а чё она так странно себя ведет, эта калитка? Это козырек, чтоб ты на нем сидел. Вот смотри, я на него сейчас возьму сяду. Давай. Вы обидели меня, я вызову брат. О, Серега, давай я попробую покатать. Давай. Сережка катается на бабушкиных калитках. Вообще дома не дамажите, Серега? Нет. Пока я сижу, меня только знаешь, да, что может убить. Мы на этих калитках не катались еще ни разу. Знаешь, что меня может только убить? Да. АР-2. Не вот надо. Это шарик. А, я понял. Ну и мы не будем проверять, потому что уверен, что так и будет. Ай. А если я буду нажимать, ты сможешь спрыгнуть? А ну слазь. Так. Дима. Да. Дима. Посмотри на камеру. Я за карту упал, Дима, спасибо. Ого. Это нормально? Не нормально. Эй, ты чё стоишь возле дверей? Уходи.
Так, я лучше не буду стоять возле окошка. Серега, а ты где? Я сдох. Понял. Значит, чаю. Сегодня у нас какие-то калитки очень опасные. Это бабушки, не калитки, вы чего ожидали? Что за activated? Да у меня вид от третьего лица врубился. А, я слышу, как у тебя активируется что-то там. Я спал нажал случайно. И звук с activated, знаешь такой игры, Subnautica? Нет, это Half-Life, это Half-Life. А, да? Я проверял, видишь, тоже шаришь? Да. Чего он так долго стоит и не уходит? Слышишь ты, аниматроникс? Пьяный. Пьяный? Да. Вечно пьяный, вечно молодой аниматроник. Серега, смотри, я могу, не дожидаясь, когда дверь откроют, сразу закрыть, смотри. Давай. Можно так троллить аниматроник. Давай, иди. Опа, нет, нельзя. Смотри, вдвоем стоят и хотят попасть. А что вы через вентиляцию не хотите попробовать пройти? Не? Никто? Мне кажется, если вот так держать кнопку, никто не пройдет. Ах вы хитрые какие. Так, что-то никто не идет к нам. Сегодня мы с Серегой тащим. Привет. Да. О, Серега, смотри, я его давлю. Давай. А ну давай, попробуй отодвинуть. А, нельзя, кстати, тяга выставлена довольно-таки сильная. У твоя, это, калитка дамажит жестко, Дима. Че ты? Нормально дамажит или нет так? Да, нормально. Я его откидываю, когда подходит, я начинаю, смотри. Да блин, да ты же не должен был, как ты в такую щелку пролезло? Дима, активируй калитки, мочи меня. А чё там? Мочи калитки, я хочу сдохнуть от калиток. А, ладно, не важно. Чё ты у нас вахаляна альпарится? Всё как вы любите. Почему ты сейчас 2000 нанесло в руку? Да вы чё жирные такие? Да пошли вон отсюда, а. Сегодня какие-то аниматроники пьяны. Да блин, я не могу в свою же вентиляцию попасть. Да пошёл вон отсюда, чё ты за шуку? Ого, ну дамажит. Выходи! Жиробас! А ну давай, кто еще попробует через вентиляцию пройти? Теперь я не буду нажимать кнопку открывать. Попробуйте. Как он стучит? Че это жесть какая-то? Так, Серега, нажимай активирование. Ай. Ого, а че оно тогда. А че написано, что я тебя крышка унитаза убил? Я посижу, Дима, лучше. Да, да, сиди. Смотрим, кто там у нас по камерам ходит. Все нормально. Так, стоят вдвоем. А через вентиляцию ссыте, да, пройти? Да, они жирные. Вон, смотри, один жиробас открыл свою пасть, а другой, как дурачок, стоит у двери и никуда не бежит. Быстро уходи, вонючко. Нет, чтобы откройте его дверь, и он забежит. Да что он меня так дамажит, а? Ой, так смотреть могу, как через геймпад играть. Привет. Андрей. Дим, давай ты садись лучше. Вот тебе это как раз будет, мне кажется. Так. Нет, больше всех понравилось. О, Серега, я придумал, можем в следующей серии записать бешеный стул с ускорителем и полетать. Зачем на нем. Ты зашел? Эй, вы че ходите? Че, давай, попробуй. О, идет, Серега, через вентиляцию. Давай. Я держу со всей силы, а, я его не пущу. Творится какая-то выходаля, но мне нравится. Давай. О, что она раком встала? Чика. Пошла в мол. Во, отлично, колбасит калитка, в это время оно дамажит. А ну попробуй пройти. Давай. Я просто попробую, я не буду. Давай. Я еще, ай. Что это творится? А мы сидим на стульчике. Я помогу твоей калитке. Серега, она сейчас тебя опять убьет, наверное, не? А мне пофиг. А сколько у него жизни? Уже 8? Тысяч. Не, как-то на мало смотрит. Да? Ай. А не, вот сейчас посохну с ним. Я опять сдох. Танцующая калитка. А просто как ваншоты. Серега, тебе так леща прописывают смачно. О, да как он? Да как ты проскакиваешь? 2000 хп вы снесли за это время. Да что-то мало, ты не хочешь выйти через эту же калитку или нет? Так, пошел. На! А что, нельзя выйти? Я не знаю, попробуй, наверное, не получится у тебя. О, прошел! Да ладно! Привет.
Да ты задрал, как тебе опять пришло? Я провтыкал нажать кнопку. Эй, а ты попробуй меня на стуле убить, сможешь? Невозможно. А, лучше бы я не проверял, ладно, можешь, можешь. Все, закрываем. Чинкс. Че, я буду сидеть в автомате, я автомат. Так, Серега, надо, короче, им бомбу положить в вентиляцию. Че, бомбу хочешь? Да, да, давай, я попробую ее тут. Только сделай, чтобы край торчал, а я возьму калиткой, прижму, она туда улетит к ним. А почему тебя бомба убила? Она тяжелая очень. Так. Дверь, вы что с ней сделали? Давай, Серега, отходи. Погоди, я активирую ее. Нет, давай, стой, стой, давай. Ты ее так не взорвешь. Она чтоб краешек торчал. Ты ее зафриз, чтоб краешек торчал. Я готов, давайте подрывайте. Сейчас все будет, не бойся. Где ваша бомба? Давай. Ого, реально сработало! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай эту пиццерию. Бабах, через 2, 3, 1. Ой-ой-ой, все загорелось, даже столы загорелись.